Так, Диману продлили 22, да, Серому продлили суд 22 августа. Но, скорее всего, 22 у него уже будет основной суд. Серого, скорее всего, 22 уже будет основной суд. Потому что, ну, типа, до сентября там уже не вариант держать. До сентября там уже не вариант держать. Потому что, типа, в сентябре там уже что-то, типа, срок давности истечет или что-то такое, короче. В сентябре истечет срок давности, что-то такое, короче. Я в этом, конечно, не разбираюсь, но так говорю. Ну как там с Гашиком порешали? Да не, никто ничего не решал, ребят. Никто ничего не решал. Да я чё, Гашик мне позвонит, но я ему скажу, как есть. Гашик позвонит, я ему скажу. Я, ну, а чё, скажу. Ну, я настаиваю на том, что, ну, это в натуре не по-человечески получается. То есть, чуваку корячится 3 года тюрьмы. Чуваку Серому корячится 3 года тюрьмы. И как это все умалчивать так? Так тогда давай мы и умолчим, в принципе-то, что ему 3 года тюрьмы корячится. То есть, ладно, что, ну посадили человека. Давай за хату умолчали, умолчим то, что мы посадили его. А где Серый? А мы не знаем, где Серый. Не знаю. Я все, у меня терпение лопнуло. Я терпел. Сейчас пускай. Ну хотя, конечно, наверное, всем. Ну, хоть будут знать люди, что все это. Хотя бы люди будут знать, что все бесследно не пройдет. Хотя бы вот так вот. Как говорится, до последнего тоже не говорил эту тему все. До последнего не говорил. Вот. Но я вчера узнал, что ему трешка светит. Что следак. Следак с Гашей, еще раз, как мне сам Гаша говорил. Следак со мной так хорошо поговорил. Мы со следователем 2 часа поговорили, посидели. Он типа там все так рассказал красиво, все классно рассказал следователь. Типа, да ничего там Серому не будет. Тудым-сюдым там, ну, максимум условка, ну, максимум. Тут же следак выдает 3 года. Прошу ему, чтобы запрашивали 3 года. Гашек, ребят, я так понял, боится. Мое личное мнение, что Гашек, я так понял, он боится. Есть какие-то в кохме люди, есть какие-то в кохме страшные люди. Я так понимаю, это те люди, которые были крышей Серого, я так думаю. Это мое мнение. Это может быть оно ошибочное, но это мое мнение. Я думаю, что это те люди, которые крышевали Серого, а-ля 90-е. Серый, я сколько ему говорил, ты по Серому тоже прекращай эти 90-е играть. Я ему даже в письме в одном писал. Я говорю, ты, говорю, на свободу, когда выйдешь, ты хоть, надеюсь, 90-е свои эти уберешь из головы. Вот, он, да, конечно, типа, все. И я так понимаю, что это крыша что-то там сделала, вот и все. А Гашек чего? Я с другой стороны, я Гашика понимаю, в принципе, у него 2 детей. У него жена и 2 детей. У него жена и 2 детей у Гашика. Типа, это ко мне придут, я скажу, ну, я не знаю, там, забирайте у меня трусы последние, у меня забирать все равно. Что думать? Я думаю, Гашек сам выйдет, вот сам как-нибудь в эфир выйдет и объяснит все.